Привет, друзья! Сегодня 28 сентября. Я в Новокадакском парке. Ранее парк Ленина. Почему я здесь? Ну, вы уже прочитали заголовок. Сегодня здесь наши друзья, самые верные друзья человека. Как вы думаете, кто это? Ну, конечно же, все, даже дети, знают, что самый лучший друг человека – это, конечно же, собака. Сегодня здесь выставка собак. Этот парк я уже многократно снимал. И когда был COVID, я здесь снимал эту же площадочку. Она была пустынной. И эту же аллейку я снимал. Ну, сегодня немножко я посвящу свой обзор собачкам, конечно же. Сейчас я вот туда вот пройду. Там много людей, я смотрю. Собак много. Ну и мой Светик там керует. У кого есть собачка? И кто еще не зарегистрировался в КСУ «Талисман», всех приглашаю зарегистрироваться именно в этом кинологическом клубе. А еще раньше, также я здесь вот и в этом месте вот снимал с директором парка. Дети туда лезли, а мамы жаловались, что дети могут сломать себе руку, разбить голову, засадили клумбами. Вот. Ну, вроде стало как-то миленько. Так. Куда дальше? А вот наши, а вот это у вас, насколько я знаю, я ж памятник. Прошли здесь с ней. Она все рассказала, показала по парку. То есть все ссылочки на мои съемки по этому парку я вам в описании ролика дам. Вот там вдалеке мальчишки футбол играют в маленькой сетке, на маленьком футбольном поле. А вот здесь, на День защиты детей, вот здесь был установлен боксерский ринг. И были показательные бои, по-моему, показательные бои детской боксерской секции. Самое главное – настроиться на бой. Пожелание удачи, конечно же, в ринге, хорошего здоровья, ну, всех благ. А это памятник героям, летчикам. Ну вот, приближаемся к рингам. Собак много. Люди, как говорится, и своих лучших друзей покажут. Ну и сами пообщаются. Вот такие. Да, кстати, друзья, отдельное видео я сниму. Я взял с собой вторую камеру. Вот, я ее сниму и опубликую на Светином канале, на Светланы канале. И вы сможете там посмотреть его. Ну, там я сделаю коротенький обзор собак. Вы сможете увидеть его.
Это капучино? Это эспрессо. Нет, американо эспрессо. Также, друзья, вы можете посмотреть съемки этого парка. Я еще снимал с высоты этот парк. Можете посмотреть, если вам интересно. Ну, что могу сказать? Давайте немножко истории. Этот парк существует, ну, точной даты его образования нет. Но, как я понимаю, коль здесь есть лестницы 50-х годов, то есть сталинских времен, то я могу предположить, что эта территория как парк, ну, наверное, возникла в послевоенные годы. Может быть, скажем так, на конце 40-х. Или в начале 50-х годов. Вот так вот. В советское время этот парк был, конечно, ну, скажем так, в занепаде. Ну, вероятно, потому что. Потому что, ну, все-таки это была окраина. И Красный Камень, Коммунар, Парус начали застраиваться только в 71-м году. И потому этот парк, скажем так, не развивался. Ну, смысл его было развивать, если это была абсолютная окраина, правильно? Зачем его развивать? Вот, и немножко уже переходя дальше, например, по времени, мы можем, конечно, сказать, что в советские времена он был запущен. Это да, это факт. И еще один факт, он был, ну, скажем так, возрожден и очень даже в хорошей, ну, я бы сказал, прекрасной форме. Он сейчас с 2015-16 года. Вот примерно в такие годы. Ну, никого не хочу хвалить. Ну, сами смотрите, кто был руководителем города, администрации и тому подобное. И делайте вывод, скажем так, за чьих времен его привели, в принципе, в порядок. Ну, это все, что я вам хотел сказать о парке. Дальше посмотрим немножко собачек. Еще раз говорю, отдельный видеоролик, небольшой, маленький, я сниму на другую камеру и размещу на Светланы канале. Ну, здесь с краю продают аксессуары, корм, медикаменты. Ну, в общем, все для собак. Ну, я вам скажу, так происходит на каждой выставке, в принципе. На каждой выставке здесь вот стоят палатки. Это все согласовывается с организаторами. Эти же палатки, продавцы, они же являются и спонсорами выставки. Друзья, а лично от себя вот хочу порекомендовать собаководам именно вот эту вот фирму. Как она называется? Два слова. Рафи. А чья это фирма? Это Польша, супер премиум класса, корма производства заводом Долина Натачи. Собачки с удовольствием едят. Отлично. Так что рекомендую. Рекомендую. Покупайте. Здесь еще одна вот фотозона есть. Сейчас вот за моей спиной. Тоже такая фотозона от Йозеры. Ну и там есть еще одна фотозона. Это непосредственно от клуба. Сейчас я еще раз. Я уже сфотографировался. Попросил Светика, и она мне так раз-раз сфотографировала. Так, сейчас посмотрим. Давай, привет, привет, привет. Ты собак любишь? Собачек любишь? Говорит, да. Любит. Это секрет. Вижу, вижу.
Вот начинается. Да, да. Начинается. И вас. Звезда Ютуба. Да, да. Почему нет? Класс, поддерживаем. Хорошо, все, побежала Тутринг, а у вас, да, Чихуа. Убежала Светик от меня, убежала. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать свой небольшой обзор с выставки собак, с Новокатарского парка. Переходите по ссылочкам в интернете, я там вам оставлю на все съемочки, которые я здесь проводил. Не забудьте подписаться, не забудьте стать спонсором. А также свою благодарность можете отправить на карточку Приватбанка. Я... И Светик, Мази, Медведик. Берегите своих любимцев, не бросайте никогда на никаких обстоятельствах. Все, пока.